Приветики! Здорово! Бонжур! Доброе утро! В 7 утра мы приехали на локацию. Мы будем делать мощнейший стрит-арт. Мы приехали на Venice Beach. Ты не знаешь, что такое Venice Beach? Иди сюда! Это место знаменито тем, что здесь есть стены, свободные для любого творчества. Кто угодно сюда может прийти и рисовать что угодно. Самое главное правило, кто первый стал, того и тапки. Поэтому мы пойдем сейчас и найдем стену для себя. Знаете что? Мы нашли стену. Вот она, моя красавица. Сегодня она на весь день моя. Посмотрите на нее, какая она все еще некрасивая. А какая она будет? Моя! Бомжатский дом. Меня сейчас за свою здесь примут. Позовут тусоваться. О, нормально счастлив. Короче, вот этот весь став мне необходим, чтобы рисовать. Я чувствую себя пианистом. Кто знает, тот поймет. Окей, поехали. Все, теперь я здесь буду жить. Калифорния покорена. Шикарно. Живу на Венесе. Главное, хвостики не замарать. Ну что, самое время приступить к самому главному. Фонечка, вейп, маляр. Приступаем к делу. Подмалевочек сделан. В общем, фишка жостовской росписи заключается в том, что рисунок рождается по мере самого процесса. То есть ты накладываешь самые темные слои, потом светлее, 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 и потом блики. И в итоге создается впечатление, как будто цветы и предметы вырастают из глубины, из темноты. Вот. Собственно, мы пытаемся это сделать. Эти все слои, которые сейчас нанесены, они все еще сырые и немножко ярче, чем должны быть. Но они подсохнут и будут более глубокими, вдавленными в наш темный фон. Поэтому сейчас песенки по заявкам. Папа, посмотри, как я рисую. Ха-ха.
конце дня, и все наконец-таки готово. Люди постоянно ходят, фотографируются, все классно, так позитивно, офигенно. Были небольшие трудности, но это на самом деле мелочи. А теперь самое главное посмотреть, сколько она продержится здесь. Знаете почему? Потому что здесь картины очень долго не живут. Мы придем сюда и вернемся и посмотрим, короче, сколько она еще проживет.